Пожалуйста, есть реальные люди, которые инициируют эти предложения, приходят, выступают. Кирилл Викторович, Юрий Петрович. Так я что сказал, Сергей Анатольевич? Денег по одежке. И все. Вы же не знаете, почему осталось 11 улиц, именно тех, которые вы обозначили. Там 6 исключили. Почему у вас такой подход к тем улицам, которые исключили? Почему к другим? Иной подход. Подход, Сергей Анатольевич, ко всем улицам абсолютно одинаковый. Не надо тут валить на оппозиционный блок, что-то сделать. Скажу, что я не буду голосовать, потому что мне не хватает времени, возможности изучить ваши аргументы и правильно принять решение во время сессии по данному вопросу. Ранее я опирался на учреждение Тигимбаева, на решение депутатской комиссии и готов был за это голосовать. Сейчас я не в состоянии разобраться в этом, извиняюсь, отсутствии порядка в зале с вашим предложением. Вот мое мнение. Ну нет вопросов. Давайте отложим. Ваше право. Можем откладывать. Ну, поступило предложение проголосовать в таком виде. А там...